В Иванове судебные приставы по решению суда смогли проникнуть в квартиру злостного неплательщика алиментов без согласия на то хозяина. Пойти на крайнюю меру, а именно на принудительное вскрытие жилого помещения, пришлось из-за того, что никакие другие способы не помогли вынудить должника платить по счетам. С 2005 года мужчина накопил задолженность в размере более 166 тысяч рублей. Должнику направлялось требование предоставления доступа в квартиру для проверки имущественного положения. Однако гражданин не исполнил законное требование судебного пристава. Для осуществления вскрытия были приглашены сотрудники МЧС, участковые полицейские, понятые. О времени совершения принудительного вскрытия жилого помещения должник был извещен. Контрольный звонок был сделан незадолго до вскрытия квартиры. Однако по телефону мужчина сказал, что не собирается присутствовать при этом процессе. Когда дверь начали вскрывать, должник добровольно ее открыл. В счет взыскания задолженности по алиментам приставы наложили арест на компьютерную технику. Служба судебных приставов все-таки может прибегнуть к такой крайней мере, как вскрытие жилого помещения, принудительной мере, то есть это определенные неблагоприятные последствия для должника, то есть это поломка запорного устройства, это потом в дальнейшем производство ремонта входной двери, то есть отказ должника от осуществления доступа в жилое помещение не означает того, что мы туда никогда не попадем.